Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Розмова на тему». Сьогодні тема в нас досить цікава і актуальна для сьогодення, тому що напередодні тижня планування сім'ї ми зустрічаємося в нашому ефірі з Чекановою Світланою Миколаївною, акушером-гінекологом Центру планування сім'ї нашої обласної лікарні. Доброго дня вам! Доброго дня! Світлана Миколаївна, отже, Центр планування сім'ї. Що це за установа, для чого вона створена і так, щоб познайомити тих, хто не знає? Центр планування сім'ї створений на базі обласної лікарні міста Миколаєва. В центрі планування працюють 5 акушер-гінекологів, лікар-андролог-сексолог, лікар-кожвенеролог, психолог. Наша бригада створена для допомоги населенню в плануванні вагітності, лікуванні хвороб, які передаються статевим шляхом, раннє виявлення цих хвороб, для лікування безпліддя, невинашування вагітності. Населення також до нас звертається з питанням контрацепції, що на даний етап часу дуже важлива тема, як для молоді, так і для людей, які вже мають дітей. Скажіть, будь ласка, якщо так спочатку трішки статистики, от за вашим досвідом, найчастіше до вас звертаються, якого віку люди, якої статі люди? Чаще до нас звертаються жінки з 14 років і до періоду клімакса менопаузи. Також звертаються чоловіки. У нас, я повторюся, є лікар-андролог, який допомагає безплідним бракам, з чоловічим фактором безпліддя вирішувати їхні питання. І чому от на сьогодення таке питання стоїть, як планування сім'ї? Адже ще там 30-40 років, коли ми говорили про планування сім'ї, більше це було сказано про мрії, наприклад, дівчат, про заміжжя, так? А сьогодні говориться про планування сім'ї, якийсь такий виважений крок в житті молодої сім'ї, тобто йдеться про продовження роду, про дітей. Чому саме сьогодні говориться про те, що треба планувати? Планування сім'ї дуже важливий крок. Чому? Тому що небажана вагітність, якщо закінчується перериванням вагітності, воно може за собою викликати запальні захворювання, ендометріоз. В дальнішому це виявлення приводить до безпліддя. Тому дівчатка, які звертаються до нас, наша перша задача – не дати наступити незапланованої вагітності. Це є також, ми ведемо бесіди про безпечне статеве життя, про моногамність стосунків, розповідаємо також про наявність ВІЛ-інфекції, інфекції, що передаються статевим шляхом. То перші бесіди – це профілактичні бесіди для того, щоб жінки, які до нас звертаються, мали можливість інформацію отримати про те, що інфекція і вагітність, вони несумісні. І дуже часто ці інфекції, які жінка приобретає з началом полової житті, влікуть за собою безплоддя. Отже, ми говорили про те, що звертаються найчастіше жінки щодо планування вагітності. Отже, якщо пара, все нормально, здорові, і все ж таки, ну от вони вирішили завагітніти. На що треба звертати увагу жінці, чоловіку і взагалі там деякі починають навіть інші продукти їсти, все на світі. Але от основні моменти, на які потрібно звернути увагу? Перше – це візит до гінеколога. Чоловік звертається до уролога. На першому огляді ми називаємо це профосмотр, тобто обслідування молочних желез, онкоцитологія, УЗІ органів малого таза, обслідування на інфекції, передаючися половим путем, торч-інфекції, к яким відносять цитомегала, герпес, краснуха, хламідія, уреоплазма, мікоплазма.
назначается обязательно паре прием фолиевой кислоты, так как фолиевая кислота является витамином, необходимым для профилактики пороков развития нервной трубки. Отказ от вредных привычек – это курение, алкоголь, пиво, майонезы, копчености – это все исключается на протяжении полугода до планированной беременности. Если дополнительно необходимо, то мужчина обследует, сдает спермограмму и также дополнительно сдается анализы на ТОРЧ-инфекции. Угу. И с этим всем набором обследования, прошедшие, они приходят опять к вам? Да, они обращаются опять к нам. Если в обследованиях обнаружены какие-то отклонения от нормы, естественно, пару пролечивают. И оздоровленная пара также направляется на консультацию смежных специалистов. Это лор-врач, это кардиолог. Делается обязательно флюорограмма. По необходимости направляют к невропатологу. То есть мы, в принципе, санируем все проблемы в организме, и женщина с мужчиной уже готовы к зачатию, ну, полечив свои зубы, скажем так. А какой процент пар вот все-таки так досконало готовятся к беременности? Многие могут услышать тот перечень даже анализов, которые вы сказали, сказать, да ну, и так лучше получится. И так получится. Чаще всего к нам обращаются, ну, к сожалению, пары, которые не могут забеременеть длительное время. Но на своем опыте работы я с улыбкой говорю о том, что действительно много моих пациентов приходят, моих пациентов, которые я уже знаю очень долго, говорят: «Светлана Николаевна, я готова беременеть, подскажите, что делать?» С улицы очень много приходят с первым вопросом: «Я хочу забеременеть, что делать?» И мы подсказываем. Это не так много обследований. В любом случае, здоровье наших детей в наших руках. И это надо делать не тогда, когда уже большой срок беременности и что-то сказали плохое на УЗИ. А это надо делать на этапе планирования. Или когда выявилось во время беременности уже желаемое. И уже слез и плач. И вот вы затронули вопрос, что сейчас приходят пары, которые не могут забеременеть. Опять же, очень распространенная ситуация на сегодня. С чем она связана? Раннее начало половой жизни, отсутствие знаний об инфекциях, передающихся половым путем, несвоевременное лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, аборты в анамнезе, высокий уровень эндометриоза. Эндометриоз – это гормонально зависимое заболевание, вызванное множеством факторов. И в основном это вот факторы воспаления, аборты, генетическая предрасположенность. Еще не надо забывать об экологии. То есть то, что мы едим, то, чем мы дышим, это очень активно сказывается на нашем иммунитете. И процент пар, которые не могут забеременеть, достаточно увеличивается? Достаточно высок, да. И что вы, чем вы можете помочь в этом случае? Вот мы делаем все возможное, чтобы наши пары, которые обращались к нам, беременели. Каждой паре индивидуальный подход. Обязательно консультация психолога, это очень важно тоже. Очень важно, чтобы мужчина не оставлял женщину одну с этой проблемой, а вот пары действительно обращаются вдвоем. Но очень частая ситуация бывает наоборот, что все-таки, ну, еще как бы по старинке, да, вот считается, что некоторые машут рукой, вот ты мне не можешь родить, значит, ты вот я тебя лучше оставлю, найду ту, которая сможет мне это есть сделать без случаи. Проблем. И как вы помогаете тем женщинам и этим парам найти общий язык? Отправляю, помимо своих разговоров, я отправляю к психологу. Тоже очень важна поддержка, индивидуальное консультирование отдельно партнеров. Сначала ведется беседа женщины с мужчиной, потом их вместе консультируют. Надо не забывать о том, что существует помимо центра планирования в Николаеве еще специализированные центры оказания медицинской помощи по искусственному оплодотворению. Действительно, есть пары, которым в Николаеве уже мы не можем помочь. Пары с отсутствием маточных труб или полное отсутствие сперматозоидов у мужчины. Пара с любящими людьми всегда найдет выход из положения. Мы подсказываем, куда можно обратиться помимо нас. И у нас есть много детей, рожденных благодаря нам. А вот бывает такое, что пара здорова? После бывает обследования здорово, но долгое время они пытаются там продолжить свой род, у них не получается. В связи с чем это может быть связано? Ну, пара может быть здоровой, не иметь воспаления, вести здоровый образ жизни, но иногда присутствует факт отсутствия овуляции у женщины. Или спермограмма вроде нормальная, но
надо помочь. И назначаются препараты, делается УЗИ-диагностика. Есть понятие стимуляции, овуляции, когда женщине помогают забеременеть с помощью медикаментозных препаратов. И есть, конечно, процент пар с иммунологическим бесплодием. В принципе, мы тоже направляем в Киев. А что такое иммунологическое бесплодие? Невыясненные причины бесплодия. И к ним также относят наличие у женщины в цервикальном канале антиспермальных антител. То есть, ну, на иммунологическом уровне пара несовместима. Но это тоже выход из положения есть. Таким парам показано искусственное оплодотворение. Почему может быть несовместимость этой пары? У меня такие любопытные это вопросы. Факторы, которые сложно сказать вот мне на данный момент, почему у пары присутствуют антитела на сперматозоиды у мужчины. Есть теория, что ранее больше это касалось женщин, живущих активную половую жизнь, имеющих там чуть ли не много-много половых партнеров одновременно. И так как шейки матки цервикальной слизь цервикального канала способна накапливать антитела, имеется вот в виду вот этот фактор иммунного бесплодия. А вообще, как бы у нас время такое прогрессивное. Мы много читаем в интернете, много видим по телевизору. Часто ли вы сталкиваетесь с вот, ну, необразованностью людей в плане половых инфекций? Это часто и густо, и, к сожалению, начиная от молодого возраста и заканчивая пожилым, слово «инфекция» — это у меня что? И называется все знают слово гонорея и сифилис. В основном других инфекций население знает мало. Поэтому мы на каждой консультации девушкам, женщинам рассказываем о том, что сдать на эти инфекции необходимо для выявления скрытых. Так как они и есть скрытые инфекции, их надо обследовать, через провокацию найти и выявить. Если они есть, их надо пролечить. Если инфекции нет, я всегда очень рада этому. Понятно. И какие еще, с какими вопросами еще к вам обращаются, вот как к специалистам? Ну, вопросы контрацепции достаточно часто звучит. Ну, в принципе, в основном вся работа связана с воспалительными заболеваниями, с лечением бесплодия, с невынашиванием. Это то, что каждодневно по 20-30 человек в день, это очень много. А вот контрацепция – это тоже способ планирования семьи, правильно? Да. От нежелательной беременности. И каким вот видом контрацепции вы склоняете своих пациентов, и какими сейчас чаще пользуются? Дело в том, что я не склоняю пациентов к выбору контрацепции. Я рассказываю про все виды контрацепции каждому пациенту, потому что пациент должен сам принять решение, какой метод для него будет наиболее эффективен. Если одной женщине удобно принимать гормональные таблетки, и она будет ежедневно в одно и то же время принимать таблеточку и не забывать об этом, то другой женщине это абсолютно неприемлемо. Она говорит: Слава Николаевна, голова забита другим, я не буду этого делать. То есть мы знакомим о всех видах контрацепции, и уже с помощью желаний женщины мы ее выводим на тот метод контрацепции, который для нее будет оптимален. Ежедневный прием перед каждым половым актом, или ставится, например, спираль на 5 лет. Это тоже очень удобно, то есть индивидуальный подход. Приходится ли вам работать, как называют их, асоциальные семьи, которые как бы вот сейчас, на данный момент, да, они редко думают о планировании семьи. Они просто рожают и говорят, вот Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка. Mm-hmm. И рожают, причем, ну, мы отметаем при этом там по вере, кто постоянно рожает детей очень много. Но есть те, у которых дети, как бы они им не нужны фактически. Они их приводят в свет, и у них службы забирают, они опять их рожают. Приходится ли вам работать с такими семьями, и какую работу вы в этом плане проводите? Дело в том, что вот ко мне в центр планирования асоциальных женщин не приходило, но я не сталкивалась. То есть приходят женщины те, которые сделали выбор обратиться в центр планирования. Я думаю, они, в принципе, останавливаются в женских консультациях. И я не уверена, что все женщины обращаются в женскую консультацию. То есть иногда конечная точка – это роддом, когда уже приходится, и женщина не обследована, не проводилась никакая профилактика внутриутробных инфекций, ничего это не сдавалось, и по факту рождается ребенок иногда с проблемами.
Ну, а как специалист все равно, вот вы видите какой-то выход с этих ситуаций? Центр планирования семьи плотно сотрудничает с Кошвием диспансером, с ВИЧ-центром, с ТУБ-диспансером, где больше концентрация таких женщин, там проводятся и лекции, и беседы. То есть наши специалисты, за каждым специалистом закреплен центр, и ездят, читаются лекции, собираются, в принципе, категории женщин, которым это интересно, навязывают ли. Лекции, да. Навязывают, да, лекции. Работаем. Ну, а как вы думаете, эти лекции, они действенны? Я думаю, по капле оно откладывается в голову человеку. Это обязательно надо проводить. И не только центр планирования. В принципе, это любой врач, начиная от семейного врача, от акушерки при семейном враче. Если задаются вопросы о планировании, не надо говорить «идите в центр». Надо оказать первую консультацию на месте. И если человек видит потребность дальнейшей информации и недостаточно в интернете или в книгах, да, приходите к нам в центр планирования. Мы очень подробно расскажем, как, сколько предохраняться. Подберем метод тот контрацепции, который будет подходить определенной женщине. На сегодня ваши специалисты также работают, я знаю, с ВИЛ-инфицированными, да? Да. Насколько сегодня ведется эта работа? Потому что мы как о ветеранах о них вспоминаем там только в преддверии 1 декабря, когда день борьбы с ВИЛ-инфекцией. Могу сказать то, что у меня есть мои пациенты, которые действительно сейчас планируют беременность, и все делается очень правильно с их стороны. Они приходят на консультацию, говорят о том, что они хотели либо иметь детей, и мы всячески им помогаем в этом. Уже не секрет, что ВИЛ-инфицированная пара может родить здорового ребенка. Что для этого нужно? Для этого нужно, прежде всего, уровень CD4 клеток должен соответствовать норме. Я у женщины всегда, в принципе, спрашиваю ответы анализов, обследую их на те инфекции, которые мне необходимы, и консультирую мужа. Иногда бывает так, что муж негативен, отрицательные результаты. Главное во время беременности вовремя принимать противовирусную терапию, слушать гинеколога, слушать своего врача в ВИЧ-центре. И единственный момент – грудное вскармливание. То есть женщины после родов не вскармливают грудью ребенка, что повышает шансы иметь здорового ребенка. И в общем теперь о центре планирования семьи. Опять же, в преддверии недели планирования семьи у вас как-то меняется работа, поток ваших пациентов, или он постоянно нескончаем? Он постоянно нескончаем, честно. И сколько вот людей вам приходится принимать в день? Ну, у каждого, наверное, врача своя статистика. У меня сегодня на приеме было 23 человека. До вот прихода к вам. А когда у вас там какой-то день открытых дверей или еще что-то? У нас двери всегда открыты. Мы никому не отказываем. У нас прием с 8 до 6 каждый день. Врачи работают в 2 смены. Угу. Вы сегодня уже свою смену отработали. Да, сократила и приехала. А с какими вопросами к вам сегодня именно обращались люди? У меня сегодня на приеме в основном были бесплодные браки. Было несколько беременных, моих беременных, которые забеременели у нас. Есть угрозы прерывания, но это все абсолютно решаемые проблемы. И любая бесплодная пара может надеяться на рождение ребенка? Или какой процент этого? Я не могу сказать процент, но скажу одно, то что даже если у женщины отсутствуют маточные трубы или непроходимость установлена, если не мы, то центры искусственного оплодотворения всегда могут помочь. Надо принять мысль о том, что не всегда это получается естественно, и если врач доступно и психолог доступно объяснит, что ничего страшного в том, что это искусственные детки, ничего плохого в этом нет. Многие пары переступают через этот порог и действительно имеют здоровых детей и счастливы в браке. Какое количество детей вы бы рекомендовали женщинам вообще в семье? Ну, как минимум оптимальный. Двое. Ну, оптимальный вот вариант. Я думаю, двое. И чем раньше первые роды, тем лучше. Я не имею в виду 16 лет, но лучше до 25 лет родить первого ребенка. До 25 лет организм цветет. После 25 лет уже доказано, что он стареет. И репродуктивную функцию первые роды все-таки надо до 25 лет. А как вы относитесь к поздним родам? Если это повторные роды,
положительно. Ну, сейчас очень много женщин, которые рожают в 40-42 года. Я не могу вам сказать, что родить ребенка в 42 года женщине легко. Но если женщина здорова, если у женщины нет никаких экстрагенитальных патологий, то есть заболеваний сердечно-сосудистой системы и других, в принципе, ей же беременность не противопоказана. Просто возникает риск рождения нездорового ребенка в связи уже с генетическими изменениями, так как яйцеклетка стареет, и чем раньше, тем лучше. Оптимальный вариант от 25 до 35 лет. Позже уже нужно думать. Ну, позже не только надо думать, позже с помощью генетических исследований, в принципе, можно спланировать и снизить риск рождения нездорового ребенка. Но он всегда существует. Как и до 16 лет роды, тоже, в принципе, риск рождения нездорового ребенка, вот тот же, да, он может быть так. А часто сейчас девочки рожают до 16 лет? Достаточно часто. Достаточно часто как? Я в процентном соотношении сказать не могу, но у меня в этом году была одна беременная до 14 лет, к сожалению. Ну, пришли с первой явкой, с беременностью 16 недель. И потом вы ведете эту беременность? Нет, беременность мы ведем только до 12 недель. С 12 недель женщина передается в женскую консультацию по месту жительства или же в любом сроке, когда вот она хочет стать на учет в женскую консультацию. Обычно это с 8 по 12 неделю. Ну и какова вероятность рождения здорового ребенка, что до 16, что после 40? В любом случае существует и генетическое обследование, которое проходит с 11 по 13 неделю и с 16 по 18 неделю. Это определенные скрининговые анализы для выявления генетических аномалий. И обязательно УЗИ делается первое до 12 недель, второе с 18 по 21. То есть если выявляется какая-то генетическая патология, мы обязательно направляем в Кривой Рог на дополнительное исследование. И решается вопрос о вынашивании или о прерывании беременности. А вообще часто приходится вам принимать решение родителям о прерывании беременности? Нет, это очень тяжелый шаг, как бы, даже если есть показатели к этому. Ну вот за год не могу вспомнить прерывание беременности. Ну это хорошо, да, это да. Просто чудесно. И еще раз давайте остановимся на том, все-таки вот такие вот итоговые рекомендации. Если пара решила родить ребенка, что делать? Если пара решила родить ребенка, первое, женщина и мужчина обращаются или по месту жительства в женскую консультацию, или приходит в центр планирования семьи на консультацию специалистов, гинеколога и андролога, уролог. Второе, пара обследуется на инфекции, передающиеся половым путем, также на гепатиты. Пара направляется на консультацию смежных специалистов, назначается фолиевая кислота, сдаются анализы на ТОРЧ-инфекции и рекомендуется беременность. Дякуємо вам за розмову, дякуємо, що сьогодні після прийому ви завітали до нас, надали багато корисної інформації. Я думаю, що в тому потоці інформації, що ви надали, хтось вчепиться за соломинку і за спасіння, хто може вже втратив надію на те, щоб народити дитину. І вам обов'язково допоможуть в центрі планування сім'ї, який знаходиться в нашій, на базі обласної лікарні. А це була розмова на тему. До побачення, до нових зустрічей.